Борьба с коррупцией – задача всех, без исключения, государственных органов. Мы немало в этом направлении сделали. Это признано сегодня мировыми экспертами, да, мы сами видим. Обращаю особое внимание всех первых руководителей на персональную ответственность за коррупционные нарушения, возглавляемых вами в министерствах, ведомствах и организациях. Вы лично должны руководить этой работой и будете лично ответственны. Предупреждаю, что любой случай коррупции среди ваших заместителей, руководства департаментов, комитетов, будет означать вашу автоматическую отставку, как это случилось с руководством Верховного суда.